Партия 16, Стейниц против Гранда, Лондон, 1872 год. b4, слон бьет на b4, c3, слон a4, d4, ed, рокировка. И тут черные берут dc. Ферзь b3 с атакой пункта f7, ферзь e7 защищает этот пункт, конь бьет на c3, слон бьет на c3, ферзь бьет на c3, нападая на пешку g7, f6. Слон А3. Под боем ферзь. Д6. Слон Д5. Слон Д7. Ладья Ф на Е1. Ротировка. Ладья А на Б1. И тут черные ошибаются, играя слон Е6. Лучше было сыграть ферзь Е8, ладья Е на С1 и конь Ж на Е7. С перспективами защиты данной позиции. Но на 14-м ходу черные ошибочно сыграли слон Е6, и последовала жертва. Ладья бьет на Б7, король бьет на Б7, ферзь бьет на С6, шах, король С8, ферзь А6, шах, король Д7 и слон С6, мат. Заметим, что на 15-м ходу черных также не спасало, слон бьет на Д5, ЕД, конь Е5, ладья бьет на А7 с угрозой ладья А8, шах, ладья Е8, ладья А8, шах, король Д7, конь бьет на Е5, шах, ДЕ и ферзь С6, мат.